Ребят, всем привет! Видео сегодня совсем маленькое, не судите строго. Всем приятного просмотра. Бедный Микуся, сегодня весь день провел на природе. Вот лежит без задних ног человек. Ой, Микуська, умотали тебя сегодня, да? Природа — это не мое, скажи. Целый день в лесу — это перебор для лисички домашней. Устал парень. Устал. Даже сил нет ругаться. Да? Нет, есть силы, да? Еще можешь? Ты маленький. Ты устал. Он как вытянулся. Все. Микуся, надо помыться. Мама, слышишь, что говорит? Пойдем купаться. Ты в лесу был? Копал весь день? И воняешь, как собака лесная. Ты же не лесная, ты же домашняя собака. Пойдем. Скупаемся и будем кушать. Потом спать, да. Ну вот, Микуська искупался. Сейчас будет сушиться об диван, об ковер, обо все подряд. Полотенчиком вытерли, но это нисколечки не помогло. У лисички очень густой мех. И еще 7 килограмм отличного мяса. Да, Микусь? Вылизывается. Где рамы? Микусь. На ноге задняя левая. Потом он высушится, я тебе покажу. Задняя левая. Видимо, ветку обогрел. Там голая кожа. Серьезно. Без шерсти. Кочек выдрал. Микуся, как тебе в лес отпускать? Вот такой вот смешной рыжик получился после купания. Сейчас буду долго-долго вылизываться, часа два. Реально. Два часа он на это дело уходит. Потом он обсыхает и начинает скакать. Видимо, чистенькому хорошо. И от радости начинает резвиться. Ну, всегда так почему-то. Купается, моется, сушится, кушает и начинает резвиться. Не знаю, как сегодня с этим делом получится. Он реально, ребят, весь день провел в лесу. Я думаю, что он очень сильно устал, хочет спать. Обычно днем он спит. Сегодня поспать не удалось. Он пытался закрывать глаза, сидел там в сосенках с потухающим видом, но как таковой сон к нему так и не пришел. Каждый шорох, каждый звук тревожил его и не давал сомкнуть глаз. Лисенок Микки, ладно, давай лежись, потом попозже тебя еще покажу. Ну, с ранкой Микусиной все обошлось. Там маленький кочочек шерсти выпал из кожи, видимо, по причине его скачков через сосны. На этом сегодня все. Всем удачи. До скорых встреч.